В случае серьезного изменения внешних условий в 2013 году предусмотрены антикризисные страховочные меры, включая механизмы перераспределения бюджетных ассигнований. Например, возможность докапитализации банковской системы в объеме до 150 миллиардов рублей. Повторяю, это если потребуется это сделать в условиях кризиса, но будем рассчитывать, что это вообще не произойдет. Но если потребуется, это поможет, это может быть сделано путем обмена облигаций федерального займа на ценные бумаги банковских кредитных организаций. Кроме того, в отдельных значимых и стратегических отраслях компаниям могут быть предоставлены и дополнительные госгарантии. На диверсификацию инвестиционных проектов в нашу экономику направлена и деятельность Российского фонда прямых инвестиций. Мы договаривались о том, что будем ежегодно его дофинансировать в объеме 62 миллиардов рублей. Вот в прошлом году направили 62 миллиарда. В этом году направим 62 миллиарда. Да, Антон Германович? Вот. Направим. Как-то не слышно его совсем. Направим. Ну, спасибо большое. И на следующий год тоже изучим такую возможность.